знаменитому российскому певцу из 90-х Андрею Губину, на днях исполнилось 50 лет. В связи с этим событием о нем вспомнили журналисты и выяснили, что артист в тяжелом ментальном состоянии. Вас приветствует Stars Exclusive, и сегодня мы расскажем, что на самом деле происходит с организмом Андрея Губина и почему он одной ногой в могиле. Известно, что знаменитый артист последние годы часто публично выражает тревогу по поводу своего состояния здоровья. Певец откровенно признался, что его здоровье находится в критическом состоянии, словно одна из его ног уже на пороге могилы. В конце прошлого месяца исполнитель хита «Девушки» как звезда отпраздновал свой полувековой юбилей. Однако для Андрея Викторовича этот праздник омрачила грусть, так как уже давно он сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем. В интервью для одной из программ на телеканале НТВ Губин признался, что выглядит не лучшим образом, а чувствует себя еще хуже. У артиста прогрессирует прозапал гель-лица, выпадают зубы, и у него возникли проблемы с сердцем. Организм не справляется. Недавно я читал статью о себе. Там утверждали, что я скрываю выпавшие зубы за маской. Но знаете, один из них действительно выпал. Вы знаете когда? В день крещения в этом году. И каждый день у меня сердце бьется неровно. Врачи говорят, что это из-за повреждений позвоночника, спортивных травм из моего детства, и мое сердце находится в неправильном положении, поделился Губин. Несмотря на свои проблемы, Губин пока не собирается в могилу, хотя ранее он заявлял о желании скорейшей смерти из-за невыносимых болей, от которых не помогает никакое лекарство. В последнее время Андрей Викторович даже начал заниматься спортом, он посещает тренажерный зал 5 раз в неделю. Журналисты НТВ застали Губина его день рождения в местной забегаловке в компании алкашей. Несмотря на свой возраст и проблемы со здоровьем, звезда 90-х не теряет надежды найти счастье в личной жизни. Я сижу и наблюдаю за девушками. Когда они проходят мимо, мое настроение как будто улучшается. Они такие красивые. Вот одна проходит, у нее такая красивая грудь. А волосы? Здорово, как они блестят даже на солнце. Не думайте, что я какой-то озабоченный. Просто мне хорошо от общения с девушками. Когда они что-то щебечут, как птички, я просто слушаю и наслаждаюсь, добавил Губин. К слову, многие эксперты считают, что у Андрея Губина прежде всего расстройство ментального характера. Об этом якобы знает даже Андрей Малахов, который неоднократно приглашал к себе в студию музыканта и беседовал с ним лично. Однако сам Малахов не хочет распространяться на эту тему.